Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Николай Петрович Загорский, русский живописец, жанрист. Родился в 1849 году в Санкт-Петербурге. В 1864 поступил вольнослушателем в Императорскую академию художеств, которую окончил в 1875. За время обучения был награжден малой золотой медалью за картину «Давид играет на арфе перед Саулом», а также двумя большими серебряными медалями и двумя малыми за другие работы. В 1874 году получил звание классного художника первой степени за картину «Апостол Павел перед судом наместника Феста Порция». По окончании академии в течение 2 лет почти безвыездно прожил в деревне, где написал ряд портретов исторических деятелей, заказанных ему Московским Румянцевским музеем. Написанные Загорским портреты были высоко оценены Крамским. Иллюстрировал журналы «Пчела», «Всемирная иллюстрация» и другие. Загорский написал ряд портретов российских государственных деятелей и исторических лиц. Картины художника Николая Петровича Загорского наполнены юмором и иронией или сопереживанием и печалью, довольно часто экспонировались на академических и международных художественных выставках, а также во многих городах Российской империи на выставках объединения товарищества передвижников. Большую работу проделал художник для Румянцевского публичного музея в Москве, где написал ряд портретов исторических лиц, украсивших стены музея. Николай Петрович Загорский умер 30 декабря 1893 года в возрасте 44 года. Работы Загорского представлены во многих музеях России и Украины. Ну вот так вкратце из Википедии о Николае Петровиче Загорском, русском живописце, жанристе. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.